Чистота – залог здоровья, а чистая растительная система – залог экологического благополучия. Так считает молодежь Кызылорды, которая организовала акцию «Мой чистый город». Более 100 студентов вузов и колледжей планируют очистить арычную сеть и поливные системы областного центра. Сначала взялись за канал Светлый. Водная артерия была завалена бытовыми отходами и сухостоем. На каждые 100 метров пришлось по полному грузовику мусора. Закончить генеральную уборку молодые люди собирались до 15 мая. В летнее время здесь купаются дети. Канал – излюбленное место отдыха и для молодых людей. Отсюда поступает вода в арочную сеть за линейной части города. Поэтому акция началась именно отсюда. Как видите, основной мусор бытовой. Местные жители сюда его мешками скидывали. Мы призываем всех жителей города присоединиться к нам и внести свой вклад в благоустройство города. Ведь это дом, в котором мы живем.